Названы самые производительные Android-смартфоны. Рейтинг создали разработчики бенчмарка AntUTU. В списке фигурируют модели смартфонов, которые были выпущены в первой половине 2018 года. Бенчмарк AntUTU опубликовал рейтинг наиболее производительных смартфонов на операционной системе Android. Лидером списка оказался геймерский смартфон Xiaomi Black Shark. Об этом пишет Gizmoshine. Данный список составлялся на основе усредненных данных для моделей. При этом каждой нужно было собрать минимум 1000 замеров на различных устройствах. Смартфон Xiaomi набрал свыше 287 тысяч баллов. Следом за ним расположился Vivo One X, 284 тысячи, замкнул тройку лидеров OnePlus 6, 282 тысяч баллов. Также включены в рейтинг Xiaomi Mi 8, Smart Zenith R1, Samsung Galaxy S9, Xiaomi Mi Mix 2S, Samsung Galaxy S9, Sony Xperia Z2 и Nubia Red Magic. Ранее сообщалось, что эксперты определили смартфоны с лучшими в мире камерами. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://micrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.